Я врач-стоматолог клиники Сатори Мельников Алексей Сергеевич. Зачем лечить и удалять зубы, если можно направить усилия на профилактику заболеваний? Очень эффективным методом укрепления эмали и дентина зубов является фторирование. Фтор – важный элемент в составе зуба. Он увеличивает прочность тканей, усиливает резистентность к кариесу, препятствует образованию зубного налета и превращению его в зубной камень. Каждый из нас получает фтор в процессе жизни, не предпринимая для этого никаких усилий. Он содержится в воде, фторированной соли, продуктах питания, такие как молоко, мясо, рыба, гречка, рис и другие. Содержание фтора в различных областях и регионах разнится. Все исследования показывают, что в Самарской области наблюдается дефицит данного элемента. В домашних условиях вы можете применять фторированную воду и соль, а также пользоваться пастами с повышенным содержанием фторидов. Хотелось бы поговорить про фторирование в стоматологическом кабинете. Фторирующий гель относится к поверхностному фторированию. Часто применяется после проведения профессиональной чистки зубов, поскольку удаляется весь зубной налет, а также сверхтонкая биопленка слюны, которая снижает проницаемость эмали. Гель отлично обволакивает зубы со всех поверхностей и насыщает их фтором. Жидкости и суспензии относятся к глубокому фторированию. Примером является препарат Глуфторет. Молекулы вещества проникают глубоко в ткани зуба. Происходит герметизация фиссур и микротрещин эмали. Микрокристаллики фтористого кальция проникают в дентинные канальцы, что является намного более лучшим в профилактике кариеса. Рекомендуется использовать не чаще 2 раз в год. Фторлак характеризуется невысокой отдачей фтора в ткани зуба, но очень сильной герметизацией эмали, создает непроницаемую пленку на поверхности зуба. Часто применяется при работе с детьми, поскольку прорезавшиеся зубы обладают слабой и несозревшей эмалью, которая восприимчива к агрессивным условиям полости рта. Также возможно применение при лечении кариеса в стадии белого пятна. Сначала необходимо провести обильное насыщение фтором и кальцием из других препаратов. После этого наносится фторлак, который надежно защищает поврежденные ткани и способствует их восстановлению. Если у вас остались вопросы, приходите к нам на прием. Мы с удовольствием ответим на них и поможем вам сохранить ваши зубы.